Всем привет! В День Святого Валентина будем собирать электронные валентинки, красную и синюю. Откроем одну из них. Состоит она из 22 светодиодов. И собрана она на операционном усилителе LM358. Это довольно-таки удивительно, потому что я ожидал увидеть здесь 555 таймер. Давайте высыпем все содержимое и посмотрим на него поближе. Итак, светодиоды у нас запакованы в отдельный пакетик. 4 номинала резисторов, общим количеством 6 штук. Транзистор S8050, операционный усилитель, кнопка, потенциометр и конденсатор на 47 микрофарад. Ну, давайте все это разместим на плате. Для того, чтобы зафиксировать элементы, я загнул у них выводы. И вот такая картина получается. Конечно же, я сначала пооткусываю все лишнее, и после этого можно перейти к пайке. Прокрученные контакты выглядят значительно лучше, поэтому наносим плюс, ну и припаиваем. Несмотря на то, что контакты загибались, получилось в целом довольно-таки аккуратно. Ту же самую процедуру я повторил и для второй платы. Еще я приобрел дополнительно вот такие холдеры под два элемента CR2032 и буду использовать их в качестве источника питания. Припаивается это следующим образом. У нас есть два отверстия под кабели. Мы сначала продеваем в них. И далее загибаем и уже непосредственно залуженные контакты продеваем в оставшиеся два отверстия. Вот таким вот получился результат. Ссылки на наборы вы, как всегда, сможете найти в описании. Всех поздравляю с праздником, Днем Святого Валентина. Пока-пока.